Великая княгиня Елена Павловна, жена младшего сына российского императора Павла I Михаила Павловича, великого князя, члена императорской фамилии, была дамой очень одаренной. Она любила музыкальные салоны. Именно туда она собирала самую эффектную публику Петербурга, и, что важно, именно из ее музыкальных салонов стали формироваться определенные ячейки различных, очень креативных взглядов для того времени, которые потом впоследствии привели к отмене крепостного права в России, потому что говорить об этом невозможно было официально. Но неофициально, за музыкальным салоном, конечно же, в рамках этого мероприятия можно было себе это позволить. И Елена Павловна также очень много сделала для того, чтобы появилась Санкт-Петербургская консерватория.